И проводит с мячом. Это касается и Месси Гара, 10-го номера сборной Ирана. Ну а это Алексей Макаров. Очередной его рейд чужим воротам. Соперники завершают фолом. И будет шанс у Макарова на покер. Хорошая позиция для удара. Но вот пока пауза, скажу, что, например, сборная Ирана мы в прошлом сезоне уступили также в третьем туре группового этапа межконтинентального кубка. Уступили.